Российские аналитики с начала года фиксируют снижение цен на 3,2% на жизненно важные лекарства. Как оказалось, доступнее цены на лекарства становятся благодаря самим потребителям. Спрос растет, соответственно, снижается цена. В Минздраве отмечают, регулирование ценовой политики ведомством также играет большую роль в этом опросе. В прошлом году в среднем одна пачка отечественного препарата стоила 71 рубль, а в нынешнем 68 рублей. Импортные средства, напротив, подорожали на более чем 1%. Нынешняя средняя цена на эту категорию составила 189 рублей, а годом ранее 186. Кстати, за первое полугодие текущего года аптеки заработали на продаже жизненно необходимых лечебных препаратов более 113 миллиардов рублей, а годом ранее 101 миллиард рублей. Больше 70% от этой суммы выручка от продажи импортных лекарств, остальные от российских препаратов.